Кировской области стартует акция «Онкопост», направленная на раннее выявление онкологических заболеваний. В течение 2 дней специалисты проведут прием в Зуевском и Фаленском районах. Акция пройдет в центральных районных больницах 13 и 14 декабря. Для проведения обследований в районах будут использоваться мобильные маммографы и флюорографы, а также 3 переносных аппарата ультразвуковой диагностики. За 2 дня акции планируется провести скрининговые исследования 600 человек. Скрининг – это выявление злокачественного новообразования на доклинической стадии. То есть, когда пациент еще думает, что он здоров. И поэтому вот наши усилия будут направлены именно на эту диагностику. Учитывая, что на самом деле рак кожи стоит на первом месте, мы привлекаем врача-дерматолога, будет проводиться дерматоскопия. Эффективность скрининга подтверждают результаты диспансеризации населения. На 100 тысяч осмотренных было выявлено 166 новых случаев онкопатологий. Задача акции «Онкопост» – информирование жителей области о факторах риска онкологических заболеваний. Две основные, наверное, наиболее глобальные причины – это неправильное питание и это курение, которое среди факторов риска в совокупности составляет более 60%. К сожалению, у нас достаточно часто население, грешит на экологию, окружающий воздух, среду, наследственность, но мы понимаем сегодня, что эти факторы, они имеют не такое глобальное значение. В рамках акции в районы приедут онкологи, хирурги, гинекологи, дерматологи, психологи и другие специалисты. Кроме того, специалисты Центра медицинской профилактики прочитают лекции о здоровом образе жизни, а врачи кабинетов отказа от курения дадут консультации тем, кто хочет отказаться от этой вредной привычки. Напомним, акция стартует 13 и 14 декабря в центральных районных больницах Зуевского и Фаленского районов. Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Кировская область.